Если можно и так. Красивые глаза у тебя, особенно что? Особенно правый, спасибо. Правый глаз, да, мне тоже больше правый нравится, чем левый. На зиму. Ну да, скоро будет холодно, поэтому как бы надо уже утепляться физически. Вот. Привет, привет. Так что все на месте. 11.4, кому далеко ты? Какого района? Ночь сколько? Ночь с твоей мамкой сколько? Я не знаю, мы лучше матери своей спроси. Я тебя заблокирую, как раз будет время поинтересоваться у нее, сколько стоит ночь-то. В Москве в каком районе живешь? На Ленинском проспекте. Добрый день, добрый. Сколько лет? 14. Привет, привет. Короче, как снимать так, чтобы живота не было видно? О, вот так. Ладно, так неудобно держать телефон, поэтому наблюдайте. Фух. Это очень красиво, спасибо. Вот так сиди. Короче, давайте мы типа с вами уже этот... Мы будем смотреть на мой живот. Что-то мне дыхания не хватает вообще. Надо было покапаться чуть-чуть. Сколько лет? 14. Без живота, пожалуйста. Вам не нравится мой младенческий жирок? Так, можно чуть-чуть поправиться мне тоже? Иногда хотя бы. Быть толстенькой. Я чтобы просто не хочу, чтобы видели. А, ты просто не хочешь, чтобы сглазили мой животик, да? Молодец, это хорошо. Люблю, что тут пишет? Так. Короче, тут какое-то... Меня бесят вот эти вот всякие штучки, которые выходят на экран, и ты не понимаешь, что эти написали. Люблю мясо. Мясо, давай мясо. Привет, как дела, что делаешь? Привет, дела хорошо, ничего не делаю. Какой у тебя рост? 1,57 м. Здравствуйте, здравствуйте. Ты такая неплохая, спасибо. Ты тоже такой, ну такой ты такой, такой какой ты есть. Привет, золотая, самая красивая девушка на свете, спасибо. Вы откуда? Я с Москвы. Привет, привет. Так. Сейчас подождите, одного урода заблокирую. И пойдем дальше. Ну я такой, да, молодец. Прими подписку. Ты такая прям не такая. Тебе 20. Нет, мне 15. Как твое имя? Камила. В Москве шаурму есть. С Балтикой 9. Я не пью пиво. Ты очень красивая, но не грусти, пожалуйста. Хорошо. Так. Скоро я буду там ждать, у меня не комплименты, прям не надо сказать топ-нации. Не, ну комплименты приятно, конечно, когда пишут. Я вообще не пью алкоголь, абсолютно мне не нравится его вкус, поэтому я его не пью. Здравствуйте, Юрий, я с Москвы. Ты мне очень понравилась, спасибо, очень приятно. Такая умничка, спасибо. Ты на мои вопросы не ответила. Ну, продублируй свои вопросы, может, я пропустила его. Просто бывает много каких-то непонятных спам-сообщений приходит. Я, наверное, могу пропустить. Приятно познакомиться. Спасибо, мне тоже приятно познакомиться с вами. Так. Прими гость. Я никого не принимаю в эфир. Если не секрет, кто по нации, кабардинка. Главное, меня в жизни не пропусти. Я не думаю, что ты в жизни мне понадобишься, чтобы не пропускать сюда. Да, заряжусь комплиментами, с хорошим настроением пойду дальше. Это я сюда захожу, чтобы мне чисто комплиментов накидали, и у меня такой день был приятный. Есть вариант с тобой ближе познакомиться? Нет.
Почему не принимаешь? Не хочу. Ты серьезно? Не помню, о чем мы говорили, но, наверное, серьезно. Так. Кабардинка, да, ребят, кабардинка. А вы кто по нации? Сладкая конфетка, спасибо. Такие хорошие, прям мне вообще повезло, мне с вами очень хорошие. Примешивай, комплимент будет. Ты очень красивая, спасибо. Метис, мага, в смысле, думаю, в жизни, что понадобится, можно наоборот, это все, что тебя писал. Да, я тоже шучу, не воспринимаю, близко к сердцу. Но это был сарказм тоже с моей стороны, так что не обижайся. Ты русская? Ну, на русскую я, наверное, 100% не похожа своими километровыми бровями. Я кабардинец, прикольно. Ты реально сладкая богиня, спасибо, привет, привет. Блин, у меня так губы начали обсыпать, прям неприятно. Мужчины не обижаются, делают выводы. Ну ладно, даже не похоже на русскую, ну потому что я не русская. И я не понимаю на кабардинском, поэтому извини, я не могу прочитать то, что ты пишешь. И как тебе двойная жизнь? У меня не двойная жизнь. С чего ты взял, что у меня двойная жизнь? Мне одной жизни-то не хватает, не то чтобы две. Where are you from? I'm from Russia. Тройная. Ребят, я сразу говорю, какую-нибудь херню будете писать, я буду вас блокировать, ладно? Вот, например, кто-то пишет, что тройная жизнь, я тебя просто заблокирую, ладно? Потому что мне кажется, что ты какой-то неадекватный человек, в принципе. Вот. Are you Christian and Muslim? Я мусульманка. I Muslim. Да и админа нет. Все правильно. И то, что думаю, правильно не надо. Ну, можно зайти в другие чаты и там какой-нибудь дичь писать, но не здесь. Ассаламу алейкум, алейкум ассалям. Так вот. В каком районе живешь? Недалеко от МГУ. Так будет, наверное, понятнее. Добрый день, здравствуйте. Здесь разные люди. Ну, я знаю, да, что люди разные, поэтому плохих мы людей блокируем. Теплый стан далеко от тебя, да, далеко теплый стан. У меня, наверное, час-полтора ехать. Ну, протрите рядом, чтобы протереть. Ассаламу алейкум, алейкум ассалам. Follow me now. Так. В принципе, да. Ой, baby.